старика моего. До сих пор летает. Опять на виде почернело. Вон солнце не может пробиваться. Вот. Это вот мать недавно прилетела. Я этого голубенка показываю. Привязанная. Так покрывается в точку, так же с точки сзади. Погода заставляет ее на кругу идти. Деваться ей некуда. Должен, не погода под нее должен подстраиваться, а голубь под погоду должен подстраиваться. То есть он должен научиться в разную погоду вести себя по-разному. Разное время дня вести себя тоже по-разному. Хочет встать, уносит. Хочет остановиться, уносит. Видно, как вы видите. Выдолага. Пол хвоста нету в линьке. Молодой голубенок, ей сколько? Месяцев 4. Ну, это, да, 4 месяца ей там. Опять все чернеет, все вокруг, вот я превращаю, вон там облака в той стороне, а остальное все черное, дождик прекратился, сейчас опять пойдет. Как можно такого голубенка вообще гонять? Да? Ее давным-давно надо было резать и в маточник. Ведь чудо же реально. Но никогда мы же раньше не резали, и маточник понятия не было у нас. У нас всегда птица была в небе. Не падает. Опять уходит. Хотя только там ролик я снимал. Больше часа была птица в небе. Там даже на телефоне можно по времени определить, когда начал снимать, когда второй раз показывал, что ветер усиливается. В общем, сейчас еще усиливается. Сейчас уже 13 метров в секунду. То есть прибавляется. Но ничего, будет не так. Видите, как быстро все чернеет. Теперь что, мне бояться не выпускать их? Да что-то она никак не хочет идти, дурочка, на посадку. Сейчас на паузу поставлю, ролик долгий получается. Это я с телефона буду грузить, она будет долго грузиться. Чудо, давай. Не знаю, я ее снимаю или не снимаю. Да, вроде снимаю. Она наверх опять поднимается, дурочка. Это вот она, высота. Я просто говорю, надо подтягивать все время камеру. Стоит, держится. Буду закрывать, ничего хорошего не будет. И даже такой ветер умудряется. Ну, вы представляете, в такую простую, нормальную погоду, что она будет вытворять в небе?
если сейчас такую погоду она себя так показывает. Ну, думаю, друзья мои, пора прекратить вот эти полемики бестолковые, реально бестолковые, и делом заниматься. Вот очень многие ребята, думаю, после этого захотят своих хороших птиц увидеть в небе. Очень многие, которым эта птица не бизнес для них, а удовольствие. Ну, у кого там бизнес, конечно, лучше, а если потерять, какая потеря будет по деньгам. Но голубеводство – это вид охоты. Мы в своем роде охотники. Охотники и рыбаки никогда не считают, сколько у них затрата. Ну давай, падай. Видите хвост в каком состоянии? Пол хвоста нет у нее. Ну, дальше. Ну все, друзья мои. Эти будут еще летать. Всех благ. Хорошей птицы всем.